Под Киевом погожими летними днями в рамках проведения Кубка Нестерова 2013 фигуры высшего пилотажа продемонстрировали ведущие пилоты Украины, многократные призеры международных соревнований и чемпионы Украины. А прокомментировала полеты главный судья соревнований, заслуженный мастер спорта СССР по самолетному спорту, многократная чемпионка мира и Европы по высшему пилотажу аэробатики Ирина Адабаш. Это опять Су-31. И опять кто-то из одесситов. Наши лидеры. Первая фигура. Полбочка фиксированная через 90 градусов. Чуть-чуть скачем, не совсем чисто. Три четверти вниз. Хорошо, по линиям норма. Сапог вниз, так называемый. Чекушечка. Вверх. Норма. Теперь будет штопор. Отрицательный штопор из обратного полета. Один виток. Нечеткая остановка. Штопор сам в пределах нормы, а остановка с небольшим качем, это снижает тоже качество выполнения. Бочка на угле 45 градусов вверх. Линии распределены нормально. Чекушечка вниз. Есть. Две восьмых. Ну, эту фигуру можно делать медленнее, тогда будет выглядеть четче, красивее. Так немножко суетно. Штопорная половинка. Нормально. Штопорная полбочка вниз, нормально. Сейчас полпетля от себя. Полбочка внизу. Чисто. Выход норма. Вращение в разные стороны. Чекушка, одна четверть. Две восьмых, прошу прощения. И половинка, и три четверти в другую сторону. Неплохо. Вираж с бочками. Одна бочка 120 градусов. И половинка 60 градусов. Неплохо. Больших отклонений не вижу. Поворот на вертикали. Чисто. Вниз штопорная бочка. Хорошо. Вращение хорошее, подрыв показан. Четкая остановка. Нормально. А вот половинка. Ну и показан штопорной срыв. Есть вращение, но как-то размазано слегка. То есть зрительного впечатления хорошего нет. И фиксированная полбочка через 90 градусов. Выполнено хорошо. Петля с полуторной бочкой верхней точки. Неплохо, неплохо, очень неплохо разложено. Бочка получилась по центру макушки петли. Далее полпетля. Полпетля. Полторы бочки фиксированные через 180 градусов. И штопорных полторы бочки. Хорошо. Хорошее вращение. Четко. Единственное, что на срыве полуторной бочки выскочил чуть-чуть выше оси вверх. Тоже как бы снижается оценка.